Привет, ребята! Наконец-таки мне дошли руки до кровавой рейн предательства. Блин, не знаю, смогу ли пройти эту миссию. Так. Ну, успел, я успел. Так, у нас уже солнечная диска есть. Так. Них, блин. Ну, короче, сейчас пока прохожу вот эту игру, вот, занимаюсь прохождением «Ходячие мертвецы» второй сезон. Уже как бы 3 эпизода пройдено, их как бы нужно выучить еще. Так, там где надо его поднять. Офигенно. Опа, вот. Нужно поднять по сюда. Эх, блин. Вы тупые кемперы, иди сюда. Давай, поднимай. Блин, надо было тебе еще и него поднять. Давай сюда ко мне. Дверь откроешь и опять. Кемпер сраный. Нет, тебя тут добивать. Ну ты чё, ё-моё, Рейн? Отлично. Ах ты, японский. Ты чё, да, я вообще, блин, давно не играла. Надо перепройти, что ли, её. Так. Сопа, сохранились. Так, вот эти хорошие вот солнечные пушки мочить. А чё это за упыри? Хрен пойми. Оу, щит! А потом такой момент ещё будет стрёмный. Это просто капец. Какой-то момент. Из этих упырей кровь пить нельзя, вот это мне не нравится. А, пипец. Давай, кемпича. Да ты-то откуда взялась? Ема, да вы издеваетесь надо мной. Пипец! Щит! Они еще какие-то херня куда пуляют эти упыри отмороженные. Фу-е! Блин, мне повезло просто пипец так. Так. Опять. Солнечная пушечка наша.
Так, я помню, что тут самый говнистый уровень, это 13-й. О! О, нет. Тут сейчас надо будет тупо успевать вообще на эти тут смачные фигнюшки. Тут, в принципе, можно действовать по-другому, не залезать, ничего подобного, просто да. Давайте. Ой, я успел, проскочил. Так, все, отлично, я проскочил. Да, вот оно, то самое чмошное, тупое место. Эти балки исчезают, эти толстые тут прям. А, щет. Такие нужно делать практически все на лету. А, щет. Вау! Вау, ты сколько вас там? О, нет! Блин, капец, думал, всё, сейчас не справлюсь, затуплю. Так вот не там, мы не там только начали. Вы тупые курицы. Вы такие сильные, что ли? О, господи, а. Еще прям как именно в точно меня прям попадает. Ты шняга тупая, а? Ты меня достала, давай. Еще не хватало, чтобы здесь там драный ведьм сдох. Ема. Пипец, так что тут я не помню, что тут делать надо. И опять с этим упрям мочиться. Солнечная пушка мне в помощь. Так, мне сейчас мешают ведьмы. Я вроде немножко разыгрался, но...
Вот ты как же хорошо играть на геймпаде вообще? Вы тупые чмошники, меня достали. Так, походу я понял, что надо делать. Надо успеть. Пипец. Там надо успеть запрыгнуть. Это капец просто. Я сейчас думаю, как это все сделать. А, что... Я говорю, тут надо выпускать вот эти бабки тупые. Я не понял, вообще что с фигня была? Почему не запрыгнула? Там чаще по этим мухам что ли ебучим надо, блядь, бегать? Я ни хера так и не понял, в чем прикол, блядь, этого уровня. Больше нет, у нас будет на 13 уровень, там вообще пройти там, это вообще нереально. Так я не понял, что за фигня была вообще такая? Так я не понял, что там за херня была. Я не пойму, что за фигня. Там что, куда дальше прыгать? По этим мухам, что ли, ебучим? Да, нас сейчас не запрыгнет. О, блядь. Какого хрена? Она туда до этого не запрыгнула, блядь. Ебанатка тупая. Я просто в шоке, ребят. Да, что-то какая-то фигня получается, ребят. Давай ты теперь. Да, начального уровня не проходит вообще легко. Дальше под конец вообще такая жопа тупая, идиот, блин. Опять вы тупые, блюдки, меня бесите уже. Они так уж надоедают эти конкретные, я еще с ними мучусь. Эти твари не хотели мочиться вообще ни в какую. Невидимые ублюдки.
Да, уровень, конечно, нервы вытрекал. Сто пудов. Да ладно. Бля, ну алло, наконец-то. Нема. Капец, нервы потрепал, так потрепал. Точно, слов нет. Плохо. Плохо. Ой, на 11-й. На 11-й. Окей, ладно, давайте, ребят.